Держи, надо поесть. Уроки сделаны? Да. Ну, конечно, сделаны. Он у нас молодец. Эй! Так, ключи. Ключи. Где мои ключи? Ты шутишь? Нет. Ну, ты совсем. Совсем, да? Я вас проверял. На внимательность. Ты не справился. Что? А тебе спасибо. Так, ну все, мне пора. Кулак, стукни, бом, отлично. Спасибо. Удачи. Люблю вас. Пока, пап. Так, поторапливайся, они уже едут. Привет. Привет. Привет, Дэниел. Привет, Джош. Вижу, ты все-таки сдалась. Ну да. Зато хоть тихо посидит в дороге. Так ты придешь в гости на следующей неделе? Да, постараюсь бежать от маленького монстра. Хорошо. Эй, дети, ведите себя хорошо. Да, мам, пока, люблю пока. Тебя. Да, до свидания. Пока, удачи. Счастливо. Вы пристегнуты. Начинай первый. Ладно. Так, теперь кладем их все в один ряд. И вот, выбирай. 4, 5 или 6. Так, понятно. А сколько ты для начала берешь? 6? Да, можно, бери. У меня тогда тоже 6. Похоже, завел себе воображаемого друга. Трогательно. Очень. Ну все, пора спать. До завтра, мам. До завтра, пап. И до завтра, мартыш. Никого не забыл. До завтра, Чуи. Ну все, дай поцелуй. Спокойной ночи, мам. Люблю тебя. Закрыть или оставить? Оставь. Хорошо. Спокойной ночи. Пока, мам. Пока, милый. Привет, Дэниел. Пристегнись. Я отстегивался. Готова. Молодцы. Спасибо. Буду у мамы. Я на месте. Дженна. Не могу, прости. Это я, мам. Как ты? А где твоя сестра? Написала, что скоро будет. Сделать тебе что-нибудь? Я видела вашего отца. Он все такой же. Нисколько не постарел. Я узнала запах его одеколона.
Это твоему новому другу? Не пора ли тебе нас познакомить, Джош? Как зовут твоего нового друга? Не хочешь нам сказать? Он не разрешает. Ага. Ну ладно. Они спрашивают, как тебя зовут. Хорошо. Я так и сделаю. Приятно познакомиться, Зи. Он говорит, ему тоже приятно. О, хорошо, что он вежливый. Стой, мама, нет, пол это лава, стой, не иди, стой! Это горячая лава. Ходить можно только по камням. Ясно, все, идем, пора ложиться. Джош, иди зубы чистить. Живо. Все, Зи, идем. Сейчас. Ступай осторожно, давай. Ой, ой, пол очень горячий. Так, а теперь... Ха, некуда идти, Зи. Все, Джош, хватит. Хорошо, иду. До завтра, мам. До завтра, пап. До завтра, мартыш. До завтра, чую. Сынок, мне кажется, ему это уже не нужно. Он умер, но все равно слышит меня. Ладно. Ну что? Люблю тебя. И я тебя. Мам, закрой дверь. Точно? Да. Зи любит, когда темно. Ну и что нам с этим делать? С чем? Догадайся. О чем? Ты про воображаемого друга? Не знаю. Он это перерастет. Да. Да, наверное. Дэниел не предупреждал, что его сегодня не будет. Джош, Дэниел тебе вчера что-нибудь говорил? Школа имени Винсента Месси. Ну все, беги, не грусти. Люблю тебя. Алло? Откуда? Это для всех очень сложная ситуация. Я не понимаю, за что он отстранен на неопределенный срок. Я очень хорошо отношусь к Джошу. Ну, а что такого он натворил? Даже не знаю, с чего начать. Манера общения абсолютно неприемлемая. А теперь он еще и дерется. Что? Дерется? Я писала на красных карточках, он приносил их домой. Красные карточки?
На них подпись вашего мужа? Мне очень жаль, но я не вижу иного решения, пока Джош не научится вести себя в классе нормально. Джош вышел из класса без разрешения и отказался возвращаться, несмотря на мою просьбу. За Джошем замечены агрессивные нападки в адрес других учеников. Джош использует бранные выражения, хотя его неоднократно просили не делать этого. Мне продолжить? Слушай, извини. У детей случаются неприятности, это же нормально. Да что ты, вот нашего и отстранили от учебы, Кевин. Спасибо, отец, ты молодец. И никакой вины за собой он не признает. Говорит, что это виноват его новый друг. Ясно. Что думаешь делать? Появление воображаемого друга могут провоцировать разные обстоятельства. Возможно, ребенку скучно или одиноко, либо он пытается установить личные границы. Нередко это бессознательная реакция на что-то. Как вы считаете, лекарства могут помочь? Бет, мы сюда не за лекарствами для ребенка пришли. Не думаю, что ему требуются какие-то лекарства. Многие дети заводят воображаемых друзей. И зачастую в этом нет ничего плохого. Но чем ему можно помочь, чтобы он вел себя менее деструктивно? Ну, больше времени проводите с ним дома. Будьте рядом с ним, как его воображаемый друг. Дайте ему понять, что он может быть собой среди реальных людей. Хорошо. И это все? Полагаю, да. На мой взгляд, это абсолютно нормальный 8-летний мальчик. Ясно. Очень был рад снова видеть вас, хоть и повод не особо приятный. Да, это да. Джош, пора. Идем, Зи! Зи? Да, его воображаемый друг. Ну что ж, спасибо за все. Понаблюдаем за ним пару дней. Обязательно. Спасибо вам огромное. Не за что. Где он? Эй, Джош! Слушай, ты бы все-таки повидалась с мамой. Она совсем плоха. И все время спрашивает о тебе. Да знаю я. Знаю, просто не хочу ее такое увидеть. Не хочу, чтобы мне стало ее жалко. Ну, это тебе не грозит. Что она там говорит? Отца часто вспоминает. А ему весело. Мне бы такого друга. Так заведи, он же завел. Зи просит отрезать корку у хлеба. Конечно, детка. Отдай мне, пожалуйста. Нет, не надо отрезать. Он хочет есть. Сейчас. Только отдай мне нож. Так, аккуратно. Умничка. Давай, знаешь что? Давай утром это сделаем, хорошо? А сейчас иди спать.
Это мне. Ну, рассказывайте, какие у вас планы на сегодня. Идем в игровой клуб. Так, обязательно научи маму веселиться. А ты? Не забывай. Ему нужен друг. Конечно. Все, я побежал. Люблю вас. Прощаемся? Отлично. Да, кстати, как в клуб сходили? Это было круто. Да? Но она струсила и не пошла на большую горку. Как всегда. Не это! Нам 2%! По секрету рассказываю. Говоришь ей, что вы идете на маленькую, и встаешь в очередь на большую. Она не догадается. Слушай, Зи не обидится, если я стащу у него чесночный тост? Спасибо, Зи! Кевин, не подыгрывай. Как будто он настоящий. Давай стакан. Спасибо. Держи. Это я. Привет. О чем задумалась? Давай, угадаю. Начинается на букву З? Я что-то видела. Что именно? Когда Джош играл на горке, я... Я всего секунду. Я видела. Видела это. Я видела Зи. Знаешь, не стал тебе рассказывать. Но позапрошлой ночью, когда я пошел спать, клянусь, я видел, что в углу кто-то стоит и наблюдает. Сперва я решил, что показалось. Я закрыл глаза, сказал себе, там ничего нет. Но оно там было. Кто-то там был. Кто? Никого. Куртка моя. Нет никакого Зи. Ну что ты как маленькая? Спасибо. Да ладно. Просто ребенок выдумал себе друга. Что ты будешь делать? Ну, соберись. Готов? Это как в бейсболе. Я играю по центру поля. А, да, точно.
Осторожно, там бешеный тигр. Да, ну, или леопард, или гепард. Как она сейчас? Да так же. Даже получше. Ох, да уж. Поднимись наверх. Покойники, это ужасно. Ну, это наша мама. Да. Слушай, я не смогла. Идем. Здравствуйте, Энн. Это Бет, мама Джоша. Да, я звоню спросить, не хочет ли Томас встретиться поиграть с Джошем сегодня днем. О, ясно. Да, нет, тогда в другой раз. Да, спасибо. Да, я, привет. Я подумала, мы виделись последний раз на дне рождения у Британи. Если хочешь, мы заедем, Джош будет рад с ней поиграть. Добрый день, это мама Джоша. Я тут подумала... Проехали. Рассказывай, как поживаете. Мы с тобой целую вечность не виделись. Ты в курсе, что Джоша отстранили от учебы? А где Дэниел? Он наверху, но он хотел немножко поспать. Может, ты... На моего сына все так реагируют, как будто он не секты Дети Кукурузы. Конечно, нет. Мне жаль, что так вышло, ты знаешь. Ты избегаешь меня? Ну да, так получается. Он хороший мальчик. Просто очень... Я даже не знаю, у него разыгрывается иногда воображение. Бет, у меня выбора не было. Дэниел стал бояться Джоша, потому что он предложил ему мучить животных. Что? Он бы никогда такого не сделал. Пойми меня, Дэниел пришел домой в истерике, и... Я защищаю своего сына. Дэниел! О, Господи! О, Господи! Дэниел, почему? Дэниел! Дэниел!
понимаю. Просто дайте знать, если что-то нужно. Хорошо, я очень... Хорошо, пока. Господи. Как он? Не знаю, с чего и начать. Ничего хорошего. Что нам делать? Дексамфетамин. Одна капсула в сутки в течение месяца. Джош! Милый, иди поешь. Джош, ты не слышишь, что я тебя зову? Джош! Джошуа, я с тобой разговариваю. Тебе нравится? Это Зи. Давай спускайся вниз и поешь. Иду. Почему не ешь? Я не голодная, мам. Если не хочешь есть, выпей молока. Будешь большой и сильный, как Зи. Зи не разрешает. Вот как. А я выпью с удовольствием. Ну что? Вкусно. Приятного аппетита. Моркови положить? Вообще-то можно было бы грузчиков нанять. Да, а ты готова платить? Аргумент. Джош какой-то странный сегодня. Да нет, наверное, устал просто. Что я нашла? Классно. А я что нашла? Гляди. О, боже. Надо запечатлеть ужас. Момент. Встретишь свою принцессу на белом коне. Ну, конечно. Все может быть. А может, полить бензином да сжечь? По страховке ведь что-то заплатят. 10 баксов. Узнаешь? Господи. Элизабет. О, я не знала, что она это хранила. Да, в дальнем углу подвала, под завалами всякого хлама.
Ты хорошенькая была. Но выросла, что выросла. Что мы унаследовали после смерти матери? О, целый мешок значков 70-х годов. Джош? Джош, идем, сюда нельзя заходить. Пошли, мы закончили с вещами. Джош, эй, идем. Оглох, что ли? Я не разрешаю заходить в эту комнату. Придется еще пару слоев положить. Круто намалевано. Ну, хотя бы не играет больше с этим Зи. Да. Джош, иди поешь. Детка. Что такое? Мне плохо. О, знаешь, тогда не надо, не пей. Ну-ка. Ой, милый, да у тебя жар. Кевин, принеси градусник, пожалуйста. Джош, что-то не так. Все хорошо. Все нормально. Бедняга. Потерпи, парень. Сейчас станет лучше. Все хорошо. А когда он освободится, не подскажете? Он выписал нам рецепт, а у ребенка началась реакция, его рвет. Что, я не знаю, можно заменить этот препарат? Ты посадила нашего сына на таблетки и не сказала мне? Ты мало бываешь дома, Кевин, и не видишь, насколько все плохо. Он одноклассника сбросил с верхнего этажа. С чего ты взяла, Бет? Он сказал, что не толкал его. Он врет. Отдай таблетки. Нет. Отдай таблетки. Кевин, не надо, нет.
А ты ничего от меня не скрываешь, Кевин? Как насчет красных карточек, а? Тебе не кажется, что мне надо было узнать о них до того, как в школе все решили, что мы ужасные родители? Речь идет не о нас. Речь о нем. Они помогали, Кевин. Засыпай, пусть тебе приснится сон. Вообрази. 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 Что с тобой? Я... Что случилось, Бет? Что произошло? Зи существует, Кевин. Он настоящий. Бет, то, что ты говоришь, это... Я знаю. Я все понимаю. Но ты мне веришь. Он был и моим другом.
Дженна. Бет, я напугала. Что тебе надо? Как ты? Тебе плохо? Не смогла я ее увидеть. Вечно все. Все у меня наперекосяк. Неправда. Все хорошо. Все хорошо. Не надо сейчас. Отдай. Нет. Иди сюда. Вот так. Все наладится. Она наша мама. У нас больше нет никого. Да. Но мы есть друг у друга. Да. Мне надо полежать. Я прилягу тут. Зи плюс Бет навсегда. Давай скажем до завтра. Я не буду. Почему? Не хочется. Детка, что не так? Ты видела Зи? Видела? О чем ты? Он тебя тоже видел. Алло, доктор Сигар. Простите, что звоню так поздно. Это Бет. Ничего, все в порядке. У вас что-то случилось? Я хотела спросить, можно ли записаться к вам на прием? У Джоша какие-то проблемы. Я не из-за Джоша. Проблема у меня. Снова началось, да? То же самое, что было в детстве. Когда ваш сын произнес имя Зи, я вспомнил, что уже слышал его раньше. Что это? Вы лечились у меня, Бет. Вас привел отец, когда вы были в том же возрасте, что и Джош. Просил помочь вам. Он был в ужасе. Ваш воображаемый друг оказался явлением, с которым я никогда не сталкивался. Он опасный, разрушительный, неотвязчивый. Когда отец перестал водить вас ко мне, я подумал, что решена проблема. Я не знал, что происходило на самом деле. Давайте посмотрим кое-что. Здравствуй, Элизабет. Здрасте. Здравствуй, Зи. Вообрази, твой папа рассказал мне, что ты его больше не любишь. Почему ты ему такое говоришь? Потому что это правда. Папа рассказал, что ты отказываешься ходить в школу. Зи говорит, что мне не надо в школу, он позаботится обо мне. А что же будет, когда ты станешь старше, Зи? Все дети перерастают своих воображаемых друзей. Зи говорит, что когда я вырасту, он меня найдет. Мы с ним поженимся, и у нас будет много деток. Он ждал вас, Бет. И полагаю, он пытается восстановить связь с вами через вашего сына. Но нужны ему именно вы.
возьми трубку. Здравствуйте, вы позвонили Кевину Парфиту. Я не могу ответить сейчас. Пора играть, Зи. Мама! Мне страшно! Джош! 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 Выпусти его, умоляю! Джош! Прошу тебя, отпусти его. Я сделаю все, что захочешь. Зи, я буду с тобой, ладно? Только, пожалуйста, отдай моего мальчика. Джош! Мама! Джош! Все хорошо. Все хорошо, детка. Слышишь, милый? Мама, я испугался. Мама. Я неподходящая кандидатура, чтобы заботиться о Джоше, поверь на слово. Но у меня нет выбора. У меня только ты осталась. Со мной ему опасно. Думаешь, со мной ему не опасно? Это не навсегда. Только на время, пока я кое-что не улажу. Вот. Возьми себя в руки. Не ради меня, а ради него. Ладно.
Ладно. Так. Вообрази. 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 Я хочу тебя найти, Зи. Я тебя найду, Зи. Нашла. Забыла, что 2%. Извини, я сейчас. Бет, я знаю, что вы там. Я звонил вашей сестре. Она мне все рассказала. Доктор Сигар?
У вас все в порядке? Да, да, все. Я узнал про Кевина. Соболезную. Здесь есть кто-то, кроме вас? Нет. Тогда я войду. Нет, не надо. Это плохая идея. Пожалуйста. Бет, я думаю, смогу вам помочь. И Джош здесь? Нет, он у моей сестры. Давайте лучше сядем в гостиной. Он здесь с вами. Я прав, Бет? Я не понимаю, о чем вы. Разве вы этого хотите? Быть с ним? Вам лучше уйти. Пожалуйста. Послушайте, Бет. Вы сами его придумали. Он плод воображения. Детка.
хочешь на завтрак? Зи, не могу я тебя найти. Нам обязательно в прятки играть. Уже поздно. Горячая лава. И наступать в нее нельзя. Или сгоришь. Давай, Зи. А, тебе некуда шагать. Совсем мало времени. Я уже иду наверх искать тебя. Позови Джоша, пожалуйста. Мам. Это я. Привет, Джош. Как ты, детка? Я по тебе скучаю. Я надеюсь, что мы совсем скоро увидимся. Передай тете Дженне, что я еще позвоню, как только смогу. Алло? Дженна, уведи Джоша из дома как можно скорее. Так, слушай, успокойся. Ты сейчас с ним, в чем ты дело? Его видишь? С ним все в порядке, я его вижу. Послушай, вам надо уйти из дома, поверь мне. Садитесь в машину. Все в порядке. Скажи лучше, когда уже сможешь его забрать? Ты меня не слушаешь. Пожалуйста, Дженна, уведи Джоша из дома. Ему опасно там находиться, ты понимаешь? Все в порядке, Бет, не волнуйся. Джош?
Как пропал? Ты же говорила, что он с тобой. Сама не понимаю. Джош? Дай мне пару секунд. Да как же так? Где он? Скажи мне, где он? Джош? О, черт. Ответь мне, где Джош? Я не знаю. Он был в комнате и исчез. Подожди, я найду его. Секунду, подожди. Скажи, чтобы подошел к телефону. Скажи, что нашла его. Где же он? Джош! Дженна, умоляю тебя, ответь мне, где мой сын? Откройте дверь. Мы пришли помочь, Бет. Дженна. Дженна, ответь, пожалуйста. Джош! Дженна, умоляю, озарись. Я ищу его. Потерпи немного. Дженна, прошу тебя. Бет. У него мой сын! Послушайте, все это в вашем воображении. Нет, я не знаю. Вам надо выгнать его из своей головы. Вы это все придумали, и только вы можете это прекратить. Только вы можете это все прекратить. Давай-ка. Надо поесть. Молодец. Ну все, Джош, тебе пора спать. Я скажу всем до завтра. Давай не сегодня, в другой раз.
До завтра, мама. До завтра, папа. До завтра, тетя Джена. До завтра, мартыш. До завтра, Зи. Зи. Режиссер Брэндон Кристенсен. Авторы сценария Брэндон Кристенсен, Колин Минихан. Продюсеры Колин Минихан, Кёртис Дэвид Хардер, Брэндон Кристенсен. Оператор Брэдли Стакел. Музыкальное сопровождение Британи Аллен. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2020 году.